23 молодых специалиста за 3 года – почти рекорд для алтайской медицины. В Центре охраны материнства и детства, пожалуй, знают, как удержать студентов-практикантов. В первую очередь появляется все новое оборудование, то есть проходят также наши кафедры от нашего университета, находятся на базе этой больницы в большей степени. Тут представлены ведущие специалисты в области медицины по Алтайскому краю. И здесь можно набраться опыта, поскольку представлено большое разнообразие отделений. Четверокурсник Кирилл Егоров, будущий педиатр, здесь своим наставником выбрал врача ЛФК Олега Скобина. Мы готовы давать все свои знания, передавать, потому что надо кому-то передавать это все. Вот. Но как Кирилл, у нас приходит как Кирилл, вот такие ребята, мы стараемся им дать все, что мы знаем, все свои умения, свою практику. К сожалению, такая ситуация не везде. Так, недавно в социальных сетях обратили внимание на целый список вакансий в Бурлинской ЦРБ. Требуется педиатр, акушер, стоматолог, хирург. Всего 8 открытых позиций. По состоянию на апрель сфера медицины нуждается в 2500 сотрудников. А сейчас ситуация обостряет и коронавирус, когда экстренно перебрасывают кадры из одного учреждения в другое. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, особенно не хватает реаниматологов и медсестер. Поэтому к подбору новых специалистов относятся внимательно. Если человек немножечко задумался о выборе дальнейшей либо профессии, либо остаться в нашем учреждении, то с ним индивидуально ведется диалог. Предлагаем первонаперво с ним провести беседу, что его устраивает, что не устраивает. Потому что коллектив очень дружелюбный у нас, очень адекватные все сотрудники. И поэтому, если на данный момент молодой специалист в чем-то засомневался, заинтересовался, мы должны направить его в нужное русло, помочь ему. Кстати, врачи говорят, что с приходом коронавируса выбор будущих медиков становится более осознанным. Будучи студентами, многие уже прошли красную зону, развеяли первые иллюзии, но не потеряли интерес. А за 2 последних года в медуниверситете только вырос поток желающих. Дмитрий Дроздов, Данил Захаров. День с толком.